Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 13 мая Святая Церковь молитвенно вспоминает память великого подвижника XIX века, святителя Игнатия Брянчанинова. Об этом выдающемся духовном писателе и его произведениях мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий! Воистину воскресе, Николай. Отец Дмитрий, расскажите о происхождении будущего святителя. Будущий великий святой и духовный писатель Игнатий Брянчанинов родился в селе Покровское, которое было наследственным имением его родителей в Вологодской губернии. Родился он в 1807 году и был третьим ребенком из родившихся у его родители. Но он был первым, который смог прожить целую жизнь, потому что двое детей, которые были до него, скончались еще в младенчестве. А вот после него было еще семеро детей у его родителей. Так что вот именно он своим появлением на свет прервал эту трагическую серию смертей детей, которые рождались у его родителей. И, может быть, поэтому, а может быть, и в силу своих личных, особых духовных качеств, он был любимым ребенком, по крайней мере, мать его особенно выделяла его из среды прочих, Софья Афанасьевна Брянчанинова, и отец его также возлагал на него очень большие надежды. По поводу происхождения святителя Игнатия нужно отметить, что сама по себе его фамилия, как это на первый взгляд может показаться, связана с городом Брянск. То есть брянчанин – это житель этого города. Но с другой стороны, именно в роду святого Игнатия бытовала такая легенда, родовое поверье, что их первым известным, знаменитым предком был боярин Михаил Брянко, который был личным оруженосцем святого благоверного князя Дмитрия Донского и который погиб в Куликовской битве, будучи облачен в княжеские доспехи и находясь под княжеским знаменем. Вот. Насколько это легенда достоверна, вопрос открытый, но во всяком случае то, что происхождение святого Игнатия было из очень древнего и уважаемого дворянского рода, это несомненно. Какое образование получил Дмитрий Брянчанинов? Вначале он получил прекрасное домашнее образование, как это было принято в то время, в первой половине XIX века в состоятельных дворянских родах России. То есть к нему приглашали учителей, которые старались его научить всем тем наукам и языкам, которые в то время казались необходимыми для получения классического хорошего образования. И действительно, когда в 15 лет он поехал со своим отцом поступать в военно-инженерное училище в Петербург, то он настолько успешно сдал экзамены вступительные, что его сразу зачислили во второй класс, несмотря на то, что в это учебное заведение был довольно высокий конкурс. Так что образование у него было прекрасное и разностороннее. Это важно подчеркнуть в той связи, что когда мы читаем творение святого Игнатия, мы замечаем, что у него был необыкновенно прекрасный литературный слог. Это, конечно, с одной стороны, его личный врожденный талант и стиль его творение настолько отличается от любого другого, что даже не зная, чье произведение мы читаем, можно легко отличить его почерк, его ритм от любого другого писателя, как духовного, так и светского. И благодаря, вот, с одной стороны, этому врожденному дарованию, а с другой стороны, то, что оно получило раскрытие в очень хороших руках его учителей, мы видим, что святой Игнатий Брянчанинов имел задатки человека, выдающегося на любом поприще. Поэтому, если бы он не стал монахом, духовным писателем, вполне вероятно, что он мог бы стать писателем светским, мог бы стать каким-нибудь выдающимся деятелем в области военного искусства, военной инженерии, просто в армии мог бы добиться больших успехов. Но так сложилась его судьба, и, наверное, так было угодно Господу, чтобы он себя реализовал именно в духовной сфере. Каким был иноческий путь монаха Игнатия? Это отдельная история, и история по-своему уникальная, потому что
В то время это было огромной редкостью, чтобы человек из высшего слоя общества, который имел блестящие возможности для построения светской карьеры, который имел широчайшие связи в высших кругах общества, он был лично знаком с людьми самого разного склада, но все они были представителями интеллектуальной элиты тогдашней России. Он был знаком и с Пушкиным, и с Гнедичем, и с Батюшковым, и с Крыловым, и с Глинкой. То есть и писатели, и композиторы, и деятели искусства, и государственные деятели, они все его прекрасно знали. И, конечно, главным условием такой его популярности в великосветских салонах было то, что лично государь-император Николай I отличал его своим вниманием, сделал его своим фаворитом в какой-то степени, в том смысле, что он платил ему стипендию, именно свою личную императорскую, что он оказывал ему покровительство. И в этом плане, когда он его даже лично приглашал к себе во дворец, то все смотрели на Игнатия, ну тогда его звали еще Дмитрий Брянчанина, смотрели на него как на какого-то баловня судьбы, как на какого-то особого избранника. И в каком-то смысле так оно и было, потому что выдающиеся личные дарования этого юноши привлекали к себе всеобщее внимание. Так что даже Николай I, который себя считал, наверное, и был таковым очень проницательным человеком, он выделил его из среды прочих и возлагал на него большие надежды, как на будущего деятеля российского государства. И самое поразительное, что несмотря на все эти блестящие условия для построения светской карьеры, Дмитрий Брянчанинов все-таки сумел устоять против всех соблазнов мирской жизни и проявил лучшее качество своего характера, твердость воли и напористость даже в какой-то степени для того, чтобы все-таки пойти по иноческому пути. Желание стать монахом у него было еще в детстве. И он об этом говорил своим родителям, и отцу об этом говорил, когда они ехали в Петербург для того, чтобы Дмитрий поступил в военно-инженерное училище. Но отец это вообще не принял во внимание. Настолько ему казалось это несерьезным и не соответствующим их социальному статусу, что он вообще-то проигнорировал. Но, тем не менее, когда уже приблизилось к концу обучения в инженерном училище, то Дмитрий Брянчанинов прямо сказал, что он желает подать в отставку, потому что у него есть желание стать монахом. Ему отказали в отставке, и после окончания училища его буквально насильно выслали в Динабургскую крепость, чтобы он там исполнял свое служение военного инженера. И настолько его это все угнетало, что он тяжело заболел, находясь в этом месте своего служения. И тогда уже и его начальство, и лично государь-император Николай I поняли, что нет смысла его заставлять исполнять то, что он просто не может исполнить, что на самом деле видно таково его призвание. И его отпустили в отставку, так что он в конце концов сумел действительно поступить в монастырь и несколько лет был послушником, причем в самых разных монастырях. Вот этот период в жизни святого Игнатия, он мало кому известен, а ведь на самом деле он объездил много монастырей в то время, которые были известны своей духовной жизнью. Он искал то место, где мог бы подвязаться в полной строгости, в уединении, чтобы его ничто не отвлекало. То есть он искал и самого себя, и искал наилучшее место для приложения своих трудов, своих сил иноческих. Ну и, конечно, очень большую роль в этот период сыграла личность его духовного наставника, старца Леонида Наголкина, который впоследствии возродил практику старчества в Оптиной пустыне. Вот этот старец, он, конечно, сыграл ключевую роль в жизни будущего святителя. Хотя впоследствии все-таки не во всем был согласен со своим духовным наставником святитель Игнатий Брянчанинов. И, возможно, то, что он в конце концов не остался в Оптиной пустыне, а перевелся в другой, еще в следующий монастырь, это было связано с тем, что некоторые методы духовного руководства, некоторые отдельные стороны личности старца Леонида ему казались непонятны. Расскажите о трудах епископа Игнатия на Кавказской кафедре.
В начале до епископской кафедры 24 года Игнатий Брянчанинов был наместником Троице-Сергиевой пустыни недалеко от Петербурга. Это было на берегу Финского залива. И то, что он туда попал, это было личным волеизъявлением государя-императора Николая I. Потому что Филарет Московский хотел назначить Игнатия наместником Николо-Угрешского монастыря, который находится недалеко от Москвы, в Московской епархии. Но государь лично настоял, чтобы его назначили именно в Троице-Сергиеву пустынь рядом со столицей, с Петербургом. И при этом лично объяснил Игнатию свое решение, сказал, что я на тебя возлагал большие надежды, и ты мне обязан образованием и воспитанием, и ты должен мне служить. Пусть даже не на государственном поприще, но хотя бы даже на церковном поприще будешь служить там, куда я тебя поставлю. Я хочу, чтобы ты вот этот монастырь Троице-Сергиевой пустыни сделал образцовой обителью для всей столицы. И вот, исполняя это послушание, как неудивительно, не церковно, а государственной власти, святой Игнатий очень ревностно подвязался на этой должности, сделал этот монастырь образцовым во всех отношениях, построил там 3 новых храма, монашеские корпуса, завел прекрасный хор. Ну а главное, он очень повысил стандарты духовной жизни иноков этой обители, благодаря чему она стала очень желаемым местом для подвигов очень многих иноков. Она пополнилась многократно монашествующими за время его управления этим монастырем. И уже вот именно с должности наместника этого монастыря он и был вызван на архиерейское служение. Надо сказать, что это очень редкий случай в истории русской церкви, когда на епископскую должность был назначен человек, который абсолютно к ней не стремился. Это подчеркивал святой Игнатий, причем совершенно искренне, нелицемерно, и в переписке, и даже в своей речи при наречении во епископа, что когда он постригался, то его целью была уединенная монашеская жизнь. И он абсолютно никогда не думал держать в руках архипастырский жезл, думая, что у него в руках будет просто монашеский посох. Но так уже было угодно Господу, чтобы, по крайней мере, хоть и недолгий период, всего 3,5 года, но чтобы он прослужил на этой кавказской кафедре. В городе Ставрополь была его кафедра. И за это время он успел очень много сделать полезного для своей кафедры. Когда он туда пришел, она была абсолютно не устроена. Там было очень много проблем, было множество раскольников, и да, и само православное население не отличалось добрыми христианскими нравами. Но он, во-первых, внес порядок в жизнь этой епархии, построил много новых храмов, завел прекрасный архиерейский хор, построил архиерейский дом и очень много внимания уделял духовному образованию, духовному училищу и Ставропольской духовной семинарии. Ну и что важно при этом заметить, большую помощь в обустройстве своей епархии он получал со стороны родного брата Петра Александровича Брянчанинова, который в это время был как раз вице-губернатором в Ставрополе. По каким причинам святой Игнатий подал прошение об увольнении на покой? Прежде всего, это было состояние здоровья. Здоровье этого великого человека, к сожалению, было далеким от идеала. Это уже раньше давало себя знать. Еще когда он был наместником Троице-Сергиевой пустыни, в 1947 году он уже писал прошение об отставке, он уже говорил, что у него нет сил справляться с должностью. Вместо этого ему предоставили отпуск почти на год, 11 месяцев он жил в Николо-Бабаевском монастыре. И за это время сумел поправить здоровье так, что еще 10 лет потом исполнял обязанности наместника. Но тем не менее, болезнь никуда все-таки не исчезла, и со временем она вновь дала себя знать с новой силой, так что пришлось ему все-таки писать прошение об увольнении на покой, хотя возраст его был по современным меркам совершенно еще не старый, и многие ожидали, что он еще много сможет потрудиться в качестве архипастыря, что его ожидает блестящая еще архипастырская карьера.
Но так оказалось, что его первая кафедра была и его последней кафедрой, больше никуда его уже не переводили, отпустили на покой, чего был в полном восторге. Он даже написал, что «мне кажется, что мой ангел-хранитель продиктовал членам Святейшего Синода вот этот документ об моем увольнении на покой. Настолько меня все в нем устраивает». И вот будучи в возрасте всего 54 года, он уже оказался заштатным архиереем и жил на покое в Николо-Бабаевском монастыре, который был ему прекрасно известен. Это Ярославская губерния, живописное, прекрасное место, очень спокойное, которое располагало его к уединению, к молитвенным и литературным трудам. Какова была причина разногласий между святым Феофаном Затворником и святым Игнатием? Здесь есть объективные причины, не одна, а сразу несколько. Я их рассмотрел в своей статье, посвященной полемике святого Игнатия Брянчанинова с Феофаном Затворником по вопросу о природе ангелов и человеческих душ. Когда святой Игнатий оказался на покое, у него было много свободного времени, и это время, кстати, не без влияния книгоиздателя Глазунова, он посвятил обработке своих литературных произведений, он занялся их систематизацией, проверкой, редакцией, и в результате тома его собрания сочинений смогли появиться на свет. И когда он начал публиковаться, а надо заметить, что его первые печатные произведения были опубликованы в возрасте 40 лет. То есть до 40 лет, как духовного писателя, вообще о нем никто не знал. Первые произведения, они были чисто историческими, посвященными истории монастырей, которые больше всего ему нравились, которые его интересовали. Особенно Валаамский монастырь был всегда предметом особой его любви. А потом уже он начал писать именно произведения направленности аскетической. И вот последние как раз два десятилетия своей жизни он посвятил литературной деятельности, в особенности последние годы, когда он жил в Николо-Бабаевском монастыре. И вот когда они стали выходить в свет, то Феофан Затворник, который очень ревностно отнесся к появлению трудов этого духовного писателя, который хотя и был лицом духовного звания, но все прекрасно понимали, что кровь у него текла дворянская, что он принадлежал к высшему сословию общества. То есть это был абсолютно другой круг людей вообще. Хотя они оба, казалось бы, были епископы одной церкви, но их умонастроение, склад их характера, их взгляды даже на одни и те же предметы кардинально отличался. Поэтому Феофан Затворник считал себя вправе в чем-то даже исправить ошибки этого духовного автора, которого он считал недостаточно образованным и компетентным в тех областях, в которых себя пытался проявить святой Игнатий. Но вот здесь как раз коса нашла на камень, потому что Игнатий Брянчанинов, хотя и получил образование светское, но путем самообразования, чтения святых отцов, которых он читал, и дух которых он очень глубоко сумел постичь, они ему дали опору для того, чтобы он все-таки настаивал на правоте своих взглядов. Ну а главная причина расхождения была в том, что все-таки тот взгляд на природу души и ангела, который был у Феофана Затворника, он базировался на картезианской философии, на кардинальном различении между материей и духом. А взгляд Игнатия Брянчанинова состоял в том, что не бывает вообще абсолютно чистого духа, кроме Бога. Поэтому даже ангелы, которые являются духами, умными силами, все-таки они из чего-то должны состоять. И пусть даже их вещественность, если так можно сказать в кавычках, она очень тонкая, но все-таки, когда святые отцы Седьмого Вселенского Собора сравнивают их с пламенеющим огнем, то это тоже своего рода все-таки какое-то материальное уподобление. Поэтому в этом споре, хотя он носил очень утонченный интеллектуальный характер, если подвести резюме, то все-таки более прав был святой Игнатий Брянчанинов. Что известно о последних годах жизни угодника Божия? Последние годы святого Игнатия прошли в том же Николо-Бабаевском монастыре, где он занимался литературными трудами в кругу своих учеников, которые за ним последовали из Ставропольской, Кавказской, Черноморской епархии. Там он писал свои произведения, и когда он
скончался, а это произошло в 1867 году, в неделю Жон Мироносец, через две недели после Пасхи, он отошел ко Господу, то все заметили, что его кончина, его погребение сопровождались благодатными духовными явлениями. То есть он лежал буквально как спящий человек в гробу, абсолютно без малейших признаков тления, и сам процесс его погребения сопровождался духовной радостью всех присутствовавших, а их было больше 5000 человек. То есть уже к концу его жизни он приобрел народное почитание, широкое почитание. Его произведения уже приобрели большую известность. Буквально за несколько дней до смерти ему принесли 3-4 тома собрания его сочинений. То есть Господь дал ему утешение духовное уже в этой жизни. Ну а в жизни загробной, конечно, получил величайшую славу, как это было открыто одной из его духовных дочерей, когда на 12-й день после его кончины она увидела, что он окружен величайшим сиянием, находясь в храме Божьем, и огромный какой-то прекрасный хор пел уже ему тропарь. Какими были характерные черты личности святого Игнатия? Святой Игнатий Брянчанинов был человеком незаурядным во всем. Он был очень талантлив, но вместе с тем он постоянно боролся со страстью гордости. Он говорил еще своему другу Михаилу Чихачеву, своему сокурснику по военному инженерному училищу, что для меня главная задача – это побеждать гордость. Поэтому, если ты будешь замечать во мне зародыши этой страсти, ты мне сразу об этом говори, не стесняйся. И вот действительно он стяжал величайшее смирение, так что, обладая огромнейшими духовными дарованиями, обладая большой властью, влиянием, связями, он никогда этим не гордился и не превозносился. Но и вместе с тем он был необыкновенно проницателен, даже прозорлив. И с людьми, которые его посещали, а их было множество, он вел себя совершенно по-разному. С людьми, которые искали духовного назидания, он был очень открытым, очень дружелюбным, старался помочь каждому, чем он только мог. Но если он видел человека лукавого, то он даже и ростовал намеренно. А если видел человека с окаменевшей совестью, то он был чрезвычайно молчалив и вообще не хотел с ними говорить. Что есть послушание по творениям святителя Игнатия? Ну, это прежде всего отсечение своей воли. То есть, собственно говоря, святой Игнатий, он был человеком очень своеобразным, оригинальным по своим природным задаткам. Но что касается его учения аскетического, то оно находится полностью в русле священного предания православной церкви. Поэтому то, как об этом учили другие святые отцы, также об этом учит и святой Игнатий. Чем интересна антропология святителя? Когда впервые человек начинает читать произведения святого Игнатия, то он замечает, что ему их читать трудно. Вот буквально требуется даже некоторое духовное преодоление для того, чтобы принять взгляд святого Игнатия на некоторые вещи, в том числе и даже, может быть, в особенности, на природу человека. Потому что взгляд святого Игнатия, он очень суров, он очень жесток, он очень аскетичен. И что прежде всего он выделяет в человеке, это его повреждение. Повреждение естества человеческого ложью, повреждение первородным грехом. И он прямо об этом говорит, что мы пришли в этот мир не для удовольствия, не для развлечений, не для наслаждений. Эта жизнь – это есть не что иное, как юдоль, то есть долина страданий. И то, что с нами происходит, скорби, печали в этой жизни, какие-то проблемы, несчастья, то это должное состояние нашей природы. Она нуждается в горьком врачевании и исправлении. Поэтому вначале все это очень нелегко воспринимать как истину, но впоследствии, когда все-таки понимаешь, почему святой Игнатий об этом писал, что это не было попыткой запугать читателя, навести на него какой-то мистический трепет нарочитый, а это было просто реальное отображение действительности, то с этим соглашаешься. Какие литературные произведения святитель считал душевредными? Он считал многие произведения душевредными из тех, которые были очень популярны в обществе его времени. Это касается как светской, так и духовной литературы. Что касается таких известных произведений, как «Евгений Онегин» или «Герои нашего времени». Сейчас они считаются классикой. В то время они были просто модными произведениями популярных современных авторов. Он их воспринимал довольно-таки негативно. И если понять, почему он это сделал, то мы не будем считать его каким-то
ненавистником художественной литературы как таковой. Нет. Просто он видел, что главной причиной популярности этих произведений является описание человеческих страстей. Просто это сделано было настолько красиво, настолько искусно, форма этих произведений настолько совершенна, что она скрывает за собой все-таки вот этот корень, который все равно остается ядовитым. Потому что если оценивать такие личности, как Онегин или Печорин, с точки зрения именно шкалы христианской нравственности, то оказывается, что это люди весьма далекие от Царствия Божия. Они жили страстями, и мы не видим в них особого покаяния или духовного усовершенствования от начала до конца произведения. Вот об этом он справедливо и говорил. То есть взгляд святого Игнатия, он был чужд критериев культурной жизни того общества. Он настолько проникся Духом Святых Отцов, что все, что его окружало, оценивал именно с этих позиций. Это касается и духовной литературы. Например, произведение Фомы Кемпийского о подражании Иисусу Христу, которое было тоже очень популярно в то время в обществе, он его очень жестоко заклеймил именно как произведение римо-католической лжедуховности. Он говорил, что это все... Вся эта книга проникнута прелестью. Это неправильный вообще взгляд на духовную жизнь. Вот поэтому не все были согласны со святым Игнатием. И в его время, и в наше время есть критики этого взгляда. Но по большому счету здесь большая доля справедливости. Что святой Игнатий считал основной опасностью в духовной жизни? Главной опасностью, от которой предостерегал своих читателей и своих духовных чад святитель Игнатий Брянчанинов, была прелесть. Это слово, которое мы в мирской жизни употребляем совсем в другом значении, но в духовном лексиконе это слово обозначает самообольщение, когда человек о себе думает не то, что он есть на самом деле, когда он себе представляет, как правило, лучше, нежели есть на самом деле, когда он закрывает глаза на свои недостатки, на свои страсти, на свои грехи, а видит в себе только хорошее. Ну и, соответственно, плохое видит только в других людях. Вот избавление от этого состояния, а главное признание, что мы уже находимся в этом состоянии самообольщения, святой Игнатий считал началом правильной духовной жизни. Почему именно аскетика является основной темой творчества святителя Игнатия? Это не случайно. Святой Игнатий был прежде всего практиком, а не теоретиком. И то, что он написал, это было уже плодом выстраданных им открытий духовных. И с одной стороны, то, что он начал писать так поздно, и с другой стороны, что написал он сравнительно все-таки немного, это все говорит о том, что он писал только тогда, когда чувствовал особое вдохновение свыше. Он сам об этом говорил. Когда является некое слово, которое не ему принадлежит, вот тогда он пытается уловить его и записать. Это некое особое харизматическое помазание свыше. Какие из трудов святителя Игнатия вы порекомендовали бы для чтения? Я рекомендовал бы читать все его произведения. Думаю, что можно смело брать полное собрание его сочинений, первой страницы до последней. Но все-таки есть отдельные его труды, которые хотел бы выделить. Это «Слово о смерти». И это два небольших трактата, которые я считаю просто гениальными богословскими произведениями. Это «О чудесах и знамениях», статья, которая выходила отдельным изданием в качестве брошюры. И это тоже небольшая работа, которая называется «Судьбы Божии». Вот эти две небольшие по объему работы я считаю настолько великолепными, что у каждого православного человека они вполне могут быть настольными книгами. Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаю вам помощи Божией и ангела-хранителя.